Проблема с жильем знакома очень многим. И, к сожалению, таких семей немало. Одной из таких семей является мать-одиночка с тремя детьми, Шахвиледова Саният, женщина, которая волею судьбы осталась одна с тремя маленькими детьми и не имела возможности приобрести какое-либо жилье. С помощью неравнодушных и отзывчивых людей благотворительный фонд «Инсан» приобрел для них жилье и сделали ремонт, создав условия для жизни Саният и ее детям. Это заслуга каждого, кто принял какое-либо отношение к этому делу. И это добро обязательно будет возвращено к сделавшему его. Спасибо, благотворительный фонд «Инсан» в Мамедкала, что вы нам это и так и помогаете. У нас не было бани, туалета не было, воды не было. Мы ходили к соседям, воду надра. А теперь нам уже «Инсан» фонд и помог. Спасибо вам большое, что вы нам и помогли и построить дом. У нас сейчас все есть, и горячая, холодная вода, земля есть, где можно посадить деревья, и все, что мы хотим.